Народ, всем привет. Так, ну, что вам рассказать? Много всего случилось в последнее время, последние 2 недели. Я и в больнице побыл. Вот, и машину успел продать уже. Сейчас вот иду ребенка с садика забирать пешком, без машины. Вот, нашел пару вариантов по машине. Завтра поеду в Берлин, посмотрю один вариантик. Пока какая машина, говорить не буду. Вот, уже куплю, и тогда уже покажу, что за машина. И все. Так, давайте немножко вам расскажу про то, как я продал свою любимую машинку. Короче, выставил у нас на автоплощадке, на Авторе. Вот. И буквально, наверное, через неделю, через полторы недели, где-то так. Вот. Написал мне человек. Предложил цену. Вот, договорились с ним. Я поехал. Короче, нашел нотариуса украинского, чтобы переоформить, ну, написать генеральную доверенность. Короче, этот, какие-то странные тетки, блин, почем-то. Короче, пацан-то какой-то. Вот, ну, короче, нашел украинского нотариуса. Выехал я отсюда где-то в 2 часа ночи. Договаривались там быть где-то к 9 утра. Ну, короче, они с 9 работают, а польские нотариусы с 10. Вот. Ну, я там был в Польше где-то в 9.10, в 9.15. Встретился с нотариусом, подождал, заплатил за парковку. Короче, полчаса парковки в Польше стоит 2 злотых. Ну, в принципе, нормальная цена. Вот, и где-то, наверное, в начале 11-го, короче, начали это все делать. Я очень переживал, потому что уже ехал перевозчик, с которым я договорился. Это, ну, в общем, катается с Украины и как раз ездит в Германию. Вот я с ним много разных вещей передавал, пока был в Украине, сюда жене и детям. Так что с ним договорились, что я с ним на обратном пути поеду. Нужно было это все состыковать так, чтобы никто никого не ждал, в частности он меня. Вот, и получается, значит, чтобы успеть везде, выехал я в 2 часа ночи, в 9 утра я был там, туда-сюда. Короче, хорошо еще, что мой перевозчик задержался. Вот, поэтому вообще успел купить 2 бургера в Макдональдсе. Ну и в итоге получилась разница, я его прождал всего лишь 10 минут. Как-то все так в притирочку, впритык. Встретился на парковке с женщиной, которая перегоняла эту машину. Вот, ну и все, как бы обменялись ключами и всем прочим, и все, и я, получается, поехал уже, встретился с перевозчиком со своими, поехал в Германию, а она поехала на границу. Вот, ну и, короче, я очень сильно переживал, чтобы не опоздать, но, слава богу, уже с нотариуса выехал, ехал. Там, конечно, тоже город огромный, пробки постоянные. Вот. Ехал, переживал, что не успею. И по дороге уже перевозчик позвонил, сказал, что он опаздывает, что еще будет типа через 50 минут. А мне как раз до места нашей встречи ехать 30 минут. Ну, короче, я прям как камень с души думаю, фух, слава богу, что я успеваю, что меня не придется ждать. И этот,
Ну и что? Что вроде все в порядке, время есть с запасом, так я еще и успел зайти в Макдональдс, купил кофе и два гамбургера захомячил. Вот. Даже машинку не успел сфоткать. Перед тем, как уже отдал, уже перевозчик приехал, как-то все быстро-быстро. И еще самый прикол в том, что я выехал уже 2 часа ночи. И еду, думаю, как-то вот нереально вот такое, знаете, как беспокойное чувство. Я думаю, у многих такое чувство иногда бывает. Или что-то забыл, или что-то не сделал. Или вот что-то должно произойти. Иногда такое бывает. И уже, короче, на улице расцвело. Я смотрю в заднее стекло, в заднее зеркало. И у меня там стоит детское кресло. Ё-моё. Я забыл снять детское кресло. Вчера, днем все выгрузил. Вроде все подготовил. Потом поехал за ребенком в садик. И думаю, съезжу, заберу Альбишу и уже тогда сниму детское кресло. И все, меня просто напрочь отшибло. Я не знаю, каким образом это произошло. Уже на половине пути я смотрю, у меня это детское кресло стоит. Ё-моё. Короче. Ой, и вот этот перевозчик приехал. Я с этим детским креслом. Короче, загрузили ему, закинули. В итоге, ехали нормально, все, доехали. Вот, там еще было 3 человека. Я 4-й там сзади на галерке присел. В итоге приехали в Берлин. Он меня в Берлин на центральном вокзале высадил. Кресло увез с собой, потому что по субботам он приезжает к нам в город. И, получается, забрал с собой это кресло, чтобы я с ним не издочился по разным вокзалам, поездам. Вот. Короче, забрал кресло, и на следующий день кресло нам привез обратно домой. Короче, кресло тоже, нормально вчера попутешествовало. Еще больше путешествовало, чем сам хозяин этого кресла. Короче, такое приключение на приключение, как говорится. Вот, ехали, то есть, сколько там получилось, 650 километров от Кракова до Берлина. 2 раза остановились, или даже 3 раза на заправках, перекусили, там перекуры, всякое такое. Вот, и все. В Берлин я приехал, наверное, часов около 7 часов, со 7 часов вечера. А поезд, я смотрел, поезд тоже на 7.14. А я понимаю, еду и понимаю, что я опаздываю на поезд. Что там буквально 5-7 минут получается разница вот в этих всех. Мне на 5-7 минут нужно. Я должен, вернее, за 5-7 минут успеть купить билет, найти платформу, с которой отправляется этот поезд. А платформу на Берлин Хаубенхоф, это центральный, там огромные лифты, там многоуровневые, вот эти вот, как они, колеи. И неизвестно, на какую колею идти. А я в Берлине был всего лишь один раз. Это у меня жена уже такая прошаренная. А я ж как бы еще так не ездил никогда. На машине, все на машине. Короче. 5-7 минут до поезда. А следующий поезд через час. Я думаю, хрен с ним. Если что, подожду уже следующий поезд. Хорошо, хоть там не 4 и не 5 часов ждать. В итоге высадил он меня прямо напротив главного входа. Я быстренько выпрыгнул, побежал сразу жене по видеосвязи, звоню, чтобы она мне помогла. Короче, по видеосвязи кое-как купили этот билет. В итоге я еще, 4 минуты ждал поезд, на платформе стоял, потому что поезда еще не было. В общем, слава богу, все успел. Приключения, конечно, те еще. Я уже в поезде ехал, уже вообще никакой. Да я еще в маршрутке ехал.
тоже уже так отрубался, там подремал, наверное, часик, может быть, полтора часика, вот. Но особо тоже дремать не хотелось, как бы, ну, люди тоже едут в маршрутке, вы сами понимаете, и как бы не хотелось так заснуть хорошенечко, крепенько, а потом проснуться без сумки или без денег. Ну, в общем, я терпел, в итоге я не вытерпел. Все-таки меня выключило на часок, где-то на полтора часика. Ну, на самом деле, вот эти часа полтора реально помогли и как бы улучшили мое состояние. Я хоть немножко как бы так очнулся, оклемался, потому что, ну, представьте, с двух часов ночи за рулем. И как бы днем я тоже так пытался заснуть, оно ж специально переживаешь, нервничаешь, не засыпается оно. Ну, короче. Ой. И уже на последней остановке я понимаю, что я реально могу заснуть в поезде, уже когда буду ехать домой с Берлина. Короче, бахнул еще банку энергетика. И меня как-то вообще так, опа, проснулся моментально. Как будто бы ничего не хотелось и спать не хотелось. Ну, короче, энергетик реально помог. Ну и все. Успел на поезд. Всем начало 8-го, в начале 9-го был, ну, где-то в половину 9-го, наверное, приехал поезд. Вот, и, короче, там плюс-минус, короче, около 9 часов вечера я попал домой. Попал домой, поел, и все, и меня свалило с ног. Жена типа говорит, давай фильмец какой-то посмотрим. Да блин, какой там фильмец смотреть, если я вообще никакой. Это сегодня был, кстати, мой рекорд. Получается, где-то около 1300 километров я проехал за сутки, считай. Даже меньше, чем за сутки, за сколько там? Ну, за 20 часов. За 20 часов 1300 километров. Фу, короче, вот такая вот поездочка. На границе тоже женщина эта, которая перегоняла машину, тоже, короче, начала переживать. Писала мне, звонила. Короче, тоже история. Подъехала на границу она уже к полякам, к шлагбауму, там все проверили у нее, все документы. Вот, оказалось, что доверенность генеральная не нужна, просто техпаспорт. В итоге проверили, все в порядке. Сказали, типа, проезжайте. И уже перед самим шлагбаумом, когда выезжаешь с, получается, с польской территории, да, вот шлагбаум открывается, въезжаешь на украинскую. Перед ней шлагбаум, говорит, закрыли. Попросили развернуться, обратно вернуться. Забрали паспорт. Забрали техпаспорт. И начали там что-то заполнять. Что-то заполняли, писали. Короче, наверное, где-то с полчаса это все дело длилось. В итоге отпустили. Я не знаю, что они там пишут. То ли они машины как-то эти заполняют, то ли они смотрят, чтобы не перебитые номера были, то ли чтобы машина была не ворованная. Ну, хрен его знает, что они там смотрят, что они там заполняют. Ну, короче, это такое есть. В итоге пропустили, все в порядке. И тоже где-то, наверное, в районе с 9 до 10 вечера эта машинка уже приехала, ну, вот, домой к этому, к этой женщине, которая перегоняла. И на следующий день уже ее забрал хозяин. Так, короче, вот такая вот получилась у нас сделка века, скажем так. Вот, ну, потому что здесь реально, здесь в Германии там поразвешивали, пораслеивали мне, типа, мы купим ваше авто. Ну, я узнал, ну, типа, 1800 максимум 2000 евро давали за эту машину. Нахрен она нужна и кому? И я не готов эту машину в идеальном состоянии продавать, блин, за 2000 евро. Ну, это смешно. Фу. Ну, короче, все получилось, как я запланировал, слава богу. Я очень сильно тоже переживал по этому поводу, но, слава богу, все получилось.
Короче, вот такая вот история. В следующем видео расскажу вам уже. Я завтра еду в Берлин. Нашел там пару вариантов, посмотрю, тоже буду снимать. Так что следующее видео будет про Берлин, про покупку машины, я надеюсь, про оформление, документы и так далее и тому подобное. Вот. Кстати, вот эта вот доверенность генеральная, которую сделали в Польше, вернее, это украинский нотариус, но заверяет конкретно польский нотариус. Ну и, короче, вот эта вот польская доверенность генеральная, как оказалось, в Украине не действует. Чтобы действовать, начала ее нужно перезаверить. Это опять еще раз эту доверенность отдавать нашему нотариусу, чтобы они ее еще раз перезаверили. Тогда будет действовать. Короче, вот такая вот херня. И генеральная доверенность в Польше мне вышла в 350 злотых. Это 3500 гривен. Хотя в Украине у нас стоит такая доверенность. Ну, 250, 300, ну и 500 максимум. Ой, ладно, все, на этом все. Надеюсь, было интересно вам. А мне как интересно жить такой жизнью. Все, всем огромной удачи. До следующих видео. Подписывайтесь на канал. Счастья вам, здоровья, не болейте. Всех обнял. Всех люблю. Всем пока. До скорых встреч.